Череда открытых сессий поселений подошла к концу. Последнюю встречу провели 28 января в станице Северской. Глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский выступил с отчетом о деятельности администрации за 2020 год. Структура расходной части местного бюджета за 2020 год в функциональном разрезе сложилась следующим образом. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу – 46%. Из них на культуру и кинематографию – 41%. На физическую культуру и спорт – 5%. Далее идут расходы по муниципальным программам. В сельском поселении утверждены выполнение 15 муниципальных программ. Глава муниципалитета Адам Джерем, его заместители, депутаты и жители поселения внимательно выслушали доклад. В прошлом году проделано много работы. Большое внимание уделено благоустройству. На территории поселения появились новые детские площадки и скверы. Также на регулярной основе наводили санитарный порядок и совершенствовали системы электро- и водоснабжения. На сессии жители задали интересующие их вопросы. Больше всего людей волновала проблема уличного освещения, ливневых канализаций, берегоукрепления и экологического состояния реки Убин. Все вопросы внесены в протокол и поставлены на контроль.